4 декабря в Шадринском отделе ЗАГС зарегистрировали тысячного в этом году новорожденного. Ежегодно в нашем городе рождается не одна сотня малышей, однако удача стать родителями юбилейного ребенка выпадает лишь одной супружеской паре. В этом году фортуна выбрала семью Юли и Леонида Сауниных. В городе Шадринске третий год подряд. В отделе ЗАГС города Шадринска регистрируется более тысячи новорожденных. И в прошлом году по нашей инициативе отдела ЗАГС города Шадринска мы придумали такую приятную торжественную церемонию чествовать тысячного новорожденного. И в этом году нашу инициативу поддержала Людмила Николаевна Новикова. Вот, и администрация города выделила нам такого замечательного мишку, которого мы подарили маме. Семья шадринская, семья родилась в нашем отделе ЗАГС в сентябре этого года. И сегодня мама пришла регистрировать рождение сына. Сына они назвали Данилом. Родился он 27 ноября 2014 года. Стоит добавить, что из тысяч младенцев больше появилось на свет мальчиков. В 13 семьях родились двойни. Тройняшек в этом году пока не было.